Эта улица носит имя известного общественного деятеля Мактая Сагдиева, но на некоторых домах прежнее ее название, хотя вот уже 2 года, как она переименована из Куйбышева. Судя по всему, не каждый гражданин заостряет на этом свое внимание, но лингвистов такие факты очень тревожат. К примеру, немало таких ошибок по улице Валиханова. К слову, на сегодняшний день 56 улиц областного центра были переименованы. В этом году мы планируем заменить 980 аншлангов на домах. Также заменим 181 уличный знак. На эти работы из местного бюджета выделено 7 800 000 тенге. Кроме того, ошибки в текстах уличной рекламы и визуальной информации сразу заметны и бросаются в глаза профессионалов. В частности, существуют такие недостатки, как искажение госязыка, неправильное написание слов, буквальный, а порой нелогичный перевод. В областном управлении внутренней политики проведена работа по оказанию консультативной помощи и запущена горячая линия. За 4 месяца текущего года от индивидуальных предпринимателей поступило более 200 звонков. В соответствии со статьей 21 закона о языках, все тексты визуальной информации должны быть размещены на государственном языке. Слева или сверху, на русском, справа или снизу буквами одинакового размера. Но эти требования не выполняются. Некоторые предприниматели предпочитают писать свои объявления только на русском языке. С июня мы проводим специальную акцию. В рамках данной акции тем, кто допускает ошибки в рекламных объявлениях и противоречит закону, будут направляться рекомендательные письма. Управление внутренней политики Акмолинской области объявило онлайн-конкурс «Грамотная реклама». Согласно условиям конкурса, необходимо сфотографировать рекламные объявления и визуальную информацию, нарушающую языковое законодательство, указать адрес и отправить на электронную почту ведомства. Принять участие в конкурсе может каждый. Победители получат денежные призы. Результаты конкурса будут объявлены 30 июня. Несомненно, данный конкурс поможет уменьшить количество ошибок на улицах города. Анель Бисенбаева, Абзал Балтабаев, Дархан Мужубаев, Абайтулеген Кокчехпарат.